Fuck you, it's New K. Йоу, ну что, друзья, сейчас пару минут. Мы вызываем сюда Марию и Баша. Друзья, Маша и Баш. Баш и Маша, давайте к нам сюда. Е-е-е. Воу, rewind. Вот он звук, он, проходи к тому микрофону. Паш, привет. Паш. Можно говорить, да? Здравствуйте. А, у нас в гостях Дмитрий Баш. Мы решили неожиданно взять у него интервью. Обычно делаю я. Ты сейчас узнаешь, что ты здесь делаешь. В общем, практически это Познер в мире рейв-музыки, да? Правильно я говорю? Можно сказать так. Дима, расскажи немножечко про свой канал, вообще чем ты занимаешься? Блог Speak to Bash — это блог о драм-н-бейс-музыке, не только об андеграунд-музыке, где мы рассказываем, что такое рейв, рассказываем, что такое стиль и направление драм-н-бейс-музыки. Вот у нас недавно ролик вышел про ликвид-фанк-музыку, почему ее нужно слушать, почему нужно это интересоваться. Если ты любишь драм-н-бейс, то люби его весь, а не только какие-то определенные стили. Многие после этого не понимают, вот мы это показываем людям. Также у нас есть исторические видео, так как я в ДНБ занимаюсь больше 20 лет. Это сайт СПБ, ДНБ.ру, Drum'n'Bass.ru и многое-многое другое. Еще вопросы? Баш, а почему ты Баш? Баш ебаш, как многие говорят. Это очень долгая, интересная история, но я как-нибудь у себя на канале обязательно расскажу. То есть коротко сейчас не дашь нам никаких вводных? Нет, не дам. Это очень обидно как. Так же интересно. Ладно, а скажи... Пускай останется какая-то небольшая загадка. Интрижка. Да, интрижка, да. Все, все на канал к Башу узнавать, почему он Баш. Однажды, да? Ну, почему да, кстати, нет. Кстати, помимо YouTube-канала у нас еще есть Telegram, где мы обсуждаем многие интересные темы, которые не затагиваем на YouTube. На YouTube, вот. Везде контент разный, да, он везде интересный, потому что там подключаются многие интересные люди и тоже задают жару, можно сказать. А сколько лет ты занимаешься непосредственно этой деятельностью? Блогом. Чуть больше года, а так как я фотограф, фотограф уже больше 15 лет, наверное. У меня есть драм-н-бейс, я фотал с 2003 года, с первой пиратской станции, и далее, и много-много чего есть. Кстати, мы это все отчеты старые выкладываем тоже у себя в ВК, правда. Вот, там много исторических альбомов, если ты тусил когда-то в тоннеле... Тоннели, на пиратских станциях, конечно. Еще где-то в клубах Питера и Москвы, то ты обязательно себя найдешь из 2000-х годов. Даже вот. Ольга Бузова, говорят, тусила в тоннеле. Да, тусила, да. Ольга Бузова вообще одноклассница моего хорошего друга. Вот это повезло, вот это да. Дима, скажи, пожалуйста, каким образом ты снимаешь свой блог? Откуда у тебя бюджет на это все? Бюджет? Да. Ниоткуда. В драм-н-бейсе денег нет, как всегда мы говорили. Это правда? Да. Всегда говорили, в драм-н-бейсе денег нет. Вот. Они есть у кого-то, но их нет. Бюджеты находятся... Главная идея, а деньги — это второстепенно. Ну вот, да, я хочу сказать, что Дима, он энтузиаст. Реально, сам старается. Такой старатель, посмотрите, какой старатель. Сразу видно, сам старается, все делает, снимает. И очень интересное видео. Подожди, я не один это делаю. Со мной большая же команда. Я начинал один, но сейчас у меня команда... 10 человек. Оператор, звукорежиссер, сценарист, айтишник и многие-многие другие люди, которые помогают. И на помогают. Все на это ты находишь бюджет? Ну, как бюджет? Люди тоже этой идеей как бы очень заряжены, и они также подключаются, потому что мы же не только все делаем фри, у нас так-то и другие темы есть свои. Здорово. А расскажи, пожалуйста, какое у тебя было самое яркое интервью? Вот, здесь стоит мой оператор сзади. Антон, какое у нас было самое яркое интервью? А, здесь, кстати, на реакторе мы снимали с Алекс Мизо. Здесь интервью, прямо здесь на реакторе. Мы приехали, поставили звук, свет, все сделали. Только я ему задаю первый вопрос, в соседнем помещении начинает играть барабанщик. Еще так громко, и, блядь, невозможно было разговаривать. Но мы справились.
Мы старались это интерпретировать так, что как будто под бит говорим, но потом звукоинженер просто убрал эти биты и более-менее сгладилось все. А что было дальше? После того, как закончил барабанщик, туда пришли скримеры. Они начали орать. И нам пришлось уехать на другое место, снимать, доснимать дальше. Ну, это одно из, а так, что мы много уже что сняли, немного вот интересных. Вот яркое самое, вот тебе прям гость, какой больше всего понравился? Гости, остальные не обижайтесь. Гости все были интересные, их еще у нас много. Сейчас у нас самый гость, который у нас записал интервью для нас, это Афродайт, вот, для ролика «Джангл», про джангл. Вот, скоро он выйдет где-то в течение месяца, я думаю. А вот быстренько расскажи про планы ближайшие, вот, на лето, кто у тебя? На карандаше. На самом деле у нас очень много материала уже снято, и нужно это все пускать. А договоренность есть со многими. Но дело в том, что надо выпустить то, что уже снято. И сейчас будет интервью с Абвейвом, вот оно уже готово, будет интервью с Машей Медведи, будет с проектом ППК, это Пименов, вот тоже уже снято. Да хрена что уже снято, вот я иногда сам забываю, что уже есть, чего нет. А завтра ты вот сюда идешь? Завтра, да, я там работаем. Мы там тоже снимаем, что такое рейв, часть четвертая. Мы будем общаться с артистами, с музыкантами, с Пашей, что для них значит слово рейв. Потому что рейв – это большая культура, и каждый видит ее по-разному. А вот, можете посмотреть три части на канале. Вот последнюю часть мы снимали на ProjectCon. У нас там был спикеров, это был DJ Bass, DJ Dan и мистер Малой. Вот они реально рассказали, даже что для них. Даже мистер Малой был? Да, ты я знаешь, его люблю. Он, да, мистер Малой, кстати, он до я сих пор в топчике. Я его люблю, мистер Малой. Вот, и он с Дэном там делает треки. Ну и так на слуху. И он выглядит интересно, и очень много интересного рассказал. И он сказал, что когда они были маленькие, ездили на гастроли, диджей Дэн подгонял ему по проституток. Ну, это все есть на канале, можно посмотреть. Короче, все на канал Speak to Bash, там что-то восхитительное про мистера Малого. Каждому есть сказать, каждому чем поделиться. Speak to Bash. Yep. Спасибо.